Увлекательная прогулка. Организаторы праздничных мероприятий постарались удивить горожан. В этом году в Новом Уренгое появился юбилейный Арбат. На 2 дня Ленинградский проспект превратился в пешеходную зону, где можно было не только прогуляться, но и увидеть выступления артистов и музыкантов, попробовать необычные блюда от шеф-поваров городских кафе и ресторанов, а также поучаствовать в спортивных соревнованиях и танцевальных мастер-классах, сфотографироваться в национальных костюмах разных народов мира. Наша съемочная группа прогулялась по юбилейному Арбату. Слово Ксении Белозеровой. Зажигательные ритмы начинается праздник города. На площади около культурно-спортивного центра газодобытчик организована танцплощадка. На сцене местные артисты и приглашенные гости. Впрочем, зарядиться позитивным настроением сегодня можно повсюду. Около 100 станций для новоуренгойцев подготовили организаторы юбилейного Арбата. Люди отдыхают, дети заняты, родители довольны, но весь город просто ожил. И совсем другой проспект Ленинградский стал. Прекрасно все. Дети могут себя попробовать в любой сфере. Хочешь танцуй, хочешь красить, а хочешь боевые искусства, а хочешь вообще очень классно придумано. Очень понравилась робототехника, значит, рисование на воде. Вот девушка там занимается этим художеством, творчеством. Найти занятия по душе действительно может каждый. Желающие размяться делают это под руководством профессиональных тренеров. Мастер-классы по бальным, современным, национальным танцам пользуются успехом. Так же, как и спортивные мероприятия. В честь праздника фитнес-инструкторы дают полезные рекомендации совершенно бесплатно. Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, организован площадной театр, выставка картин, прикладного творчества, станции рукоделия, выступления музыкантов. Столько людей, столько вообще добра, веселья, что, вы знаете, я просто всем сердцем полюбила ваш город и надеюсь связать судьбу с вашим городом. Те, кто уже давно стал неотъемлемой частью истории города, говорят, что особая атмосфера в газовой столице царила всегда. И в трудовые будни, и в праздники. Как ни странно, суровый климат делает сердца теплее, людей добрее, а семьи крепче. В день города несколько пар отметили рубиновую свадьбу. В торжественной церемонии приняли участие и те, кто только сегодня связал свою судьбу узами гименея. Для женов конкурсы и подарки, для новоуренгойцев, случайно оказавшихся на свадебных гуляниях, хорошее настроение. На этом сюрпризы не заканчиваются. С наступлением темноты на городской площади заплескался фонтан. Разноцветная феерия – удачное начало большого юбилейного концерта. Ксения Белозерова, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».